В Нижневартовске виновнику аварии может грозить до 7 лет лишения свободы. Прокуратура города направила уголовное дело в суд по факту ДТП. В августе водитель в состоянии алкогольного и наркотического опьянения спровоцировал ДТП. В результате другой водитель получил тяжкие травмы. А житель Урая сядет за решетку на 2 месяца. Его во второй раз задержали пьяным за рулем. Чтобы пресечь подобные факты, в городах Югры регулярно организуют рейды. Каждую неделю на дорогах округа задерживают более 1000 нарушителей. Проведенным анализом дорожно-транспортной полиции с участием водителей транспортных средств показывает, что в практике у нас основные водители употребляют спиртные напитки, а также допускают дорожно-транспортные полиции в пятницу, субботу и воскресенье. По анализу дорожно-транспортной полиции с утра также водители позволяют себе управлять транспортным средством в состоянии опьянения.